Я так думаю, что это все у нас спланировано. Вот. Это на самом деле не могут же ошибаться как бы наши правительства, потому что я как говорю, если ошибаются, то они иногда правильный закон делают, что тоже по ошибке что ли? Нет, это все спланировано. Спланировано то, что в нас для бизнеса нет условий развития, потому что любой вид производственной деятельности пресекается всеми правительственными структурами и органами. Пресекается. Это возможно, возможно на событиях вот последних лет. Возможно, это для того, что нам внушает, что мы великая нация. Что русские лучше всех и не должны работать вот вообще, то есть ну как-то жить-то по-другому. И я так думаю, что это надо поменять. Знаете, вот это мнение, эту ситуацию нам надо поменять. Вот. И начать с того, что у нас есть Конституция Российской Федерации. И жить бы надо по ней. Надо, чтобы люди поняли, что вся власть в Российской Федерации принадлежит народу непосредственно. Он является единственным источником власти. И надо понять, что надо смотреть ту же доктрину продовольственной безопасности, если это касается сельского бизнеса. И есть прекрасные, чудесные поручения президента, которые, если их выполнить, то, может быть, не надо нам форумов, конференций, забастовок, вот, значит, вот, стоянок всевозможных и все. Там все написано. Верите? В поручениях не написано ни слова про то, что надо брать взятки от чиновников. Там не написано про то, что надо закрывать больницы, что надо вот отбирать имущество у тех, кто трудится. Там не написано, что надо составлять график закрытия школ. Там написано, что надо развивать сельские территории, поручения даны губернаторам, министрам и всем остальным. Так вот вопрос, то ли эти люди держат народ за лоха, то ли они думают, что президент плох, раз ничего не выпускают. Вот не делают его, поручения не выполняют. Так вот мы, люди, мы, народ, это мы должны сказать, что делать и как делать. Это мы должны заставить всех чиновников контролировать, во-первых, их действия и заставить выполнить все те хотя бы документы, которые идут на пользу нам. А после этого разбираться все то, что они сделали неправильно.